Үмүт үтөө күннен күнді көрәтчілер бі дәйге бойжа Кускай берені көрі ғот бүгінгі тағары бұтығар Юрий Алексеевич Гагарин атынан анығы искусство онны культура кенігер ұлжытық бұд. Сегодня мы рады приветствовать вас, наших гостей, в стенах данного центра. Наш центр открылся 13 сентября 2020 года, и с тех пор у нас уже ведется плодотворная, активная, творческая работа в сфере креативных индустрий и творческих направлений. В нашем центре действует 20 клубных формирований и кружков по исполнительскому мастерству, по изобразительному искусству, по декоративно-прикладному и IT-направлениям. Так как сегодняшние реалии, как показывают, в креативной экономике востребованы все виды творческой направленности. Ну и сейчас я приглашаю вас, наших гостей, пройти в наши творческие студии и уже поближе познакомиться с нашими руководителями и их деятельностью. Само направление программирования, то есть в нынешнее время, оно самое популярное, наверное, то есть это IT-развитие. То есть развивать логику, мышление, само программирование для детей нужно начинать с детства. То есть, конечно, можно и в более взрослом возрасте, но лучше начинать с детства. То есть основная база — это что? Это у нас логика и мышление. То есть наше направление для детей подразумевает собой это визуальное программирование. То есть не как всеми известные языки программирования, где нужно в каких-то редакторах писать коды и тому подобное. То есть это визуальное. То есть у нас направление идет как? То есть весь код у нас уже построен из визуальных блоков, таких как, допустим, идти, шагать, что-то изменить, и ребенку достаточно логически построить свое мышление, как робототехника. То есть он хочет заставить, к примеру, машинку двигаться. То есть что ему нужно? То есть двигаться, сколько-то шагов, пройти и остановиться. То есть также у нас строится само программирование. То есть ребенок в специальной программе достает уже заранее производителям заготовленные блоки, на которых есть надписи, и он логически их расставляет. То есть, когда я нажму на какую-то кнопку, моя машинка должна двигаться. И таким образом у нас происходит развитие самой логики и самой алгоритмического мышления. То есть, само программирование также подразумевает это рисование мультипликационных мультфильмов, то есть, также пошаговая анимация, это не только создание игр. Создание каких-то историй, новелл, всеми известных 2D-игр наподобие как Pac-Man, Mario. То есть у нашего центра есть сайт, то есть это Гагарин Call Center, где мы публикуем всю необходимую информацию для наших посетителей и, соответственно, для родителей. То есть какая-то информация у нас бывает, то есть это новостные ленты, какие мероприятия у нас проходят, все про нашу кружковую деятельность в нашем центре. Там же вы, кстати, можете и записаться, то есть на нашем сайте есть такая специальная вкладка, как образование, где опубликованы все кружки с развернутой информацией по нашим направлениям, то есть где каждый родитель может выбрать, ознакомиться с подходящим ему кружком, что ему понравится, и записать своего ребенка. То есть буквально все происходит электронно, то есть не нужно никуда подходить, звонить, вся запись происходит на сайте. Также в нашем компьютерном классе проходит, допустим, 3 направления. То есть это у нас само программирование для детей, компьютерная графика и видеомонтаж. Приходит ребенок, и его с нуля всему учат. Даже если ребенок, допустим, не умеет пользоваться мышкой, ему этого научат. То есть основные базовые понятия компьютерного владения ребенок получит в любом случае. Также у нас проходит обучение не только для детей, для подростков, для более старшего поколения. Самые последние новости нашего компьютерного класса, то есть у нас произошло крупное обновление компьютерного класса, то есть у нас было закуплено более 10 компьютеров. Компьютеры у нас не старые, более мощные, где уже дети смогут производить такие крупные операции, как 3D-моделирование, создавать какие-то более сложные игры уже на таких движках, как Unity, это уже более продвинутая версия разработки игр. Какие проекты вообще делают на нашем кружке? То есть младшее поколение — это вот первоклассники, там, к примеру, с 1 по 4 класс, дети-подростки, они изучают основы компьютеров, то есть как пользоваться клавиатурой, мышкой, как различные секвенсоры наподобие, как Word, Excel и тому подобное. В программировании они же создают в основном у нас простые игры,
То есть это так называемые гоночки, экшены и рогалики. То есть в переводе это игра, где персонажу нужно ходить, бродить по миру и собирать какие-то предметы. Еще также дети любят лабиринты, то есть это всеми любимая игра Pac-Man, как и было сказано ранее. Более старшее поколение уже рисует так называемые новеллы, то есть это игры, где нужно прям прорисовывать историю, анимацию персонажей, сюжет продумывать. То есть здесь уже у нас идет не только программирование, а уже как сценарическая работа, как 2D, 3D художника. А более старшее поколение также интересуются анимациями, как рисовать мультфильмы. В частности, был такой момент, что хотят нарисовать мультфильм для своих детей. То есть интересовались сами родители, когда увидели, чем занимаются их дети, захотели посещать занятия. Ну и самые стандартные вещи, это вот более старшее поколение, бабушки, дедушки, это как пользоваться компьютером. То есть это Word, Excel, как вообще искать какую-то информацию в интернете. Основные базовые вещи, который затрагивает офисный работник, если так можно выразиться. Также у нас проходят мастер-классы, то есть в частности это мастер-классы в рамках программирования, это мастер-класс по созданию сайтов, то есть если вы хотите создать для своего бизнеса, либо же для своего портфолио какой-то сайт, то есть у нас проходит как создать их с нуля, где пошагово уже рассказывают, как начать создавать, где что брать, как что подключать и порядок вашего портфолио. Как, допустим, сейчас создать не письменное портфолио, а электронное портфолио. В рамках этого проекта мы хотим оцифровизовать работу Августины Филипповой. То есть это всеми известные ее выставки, снять их 360 градусов, создать онлайн 3D-туры, где каждый человек виртуально сможет посмотреть деятельность Августины Филипповой, то есть поднимать популяризацию Августины еще и в Центральной России. То есть это из последних грантовых проектов, в которых мы участвуем. В дальнейших планах мы хотим, конечно же, поднять популяризацию Гагаринского округа, в частности детей, это по IT-направлению, то есть развивать это направление, останавливаться не только на программировании, то есть захватывать все сферы, то есть уже и обучать более сложным вещам, таким как, к примеру, JavaScript, HTML, это уже самописные сайты. Также устроить мини-акселератор, где можно было бы готовить детей к грантовой деятельности в сфере IT, то есть это как подготовить свое портфолио, как придумать свой проект, как его начать, там, статусы проекта. И отправлять уже детей на всеми известные такие мероприятия, как хакатон, к примеру, акселераторы B8, то есть это уже на более старшее поколение, чтобы дети могли продвигать свою грантовую деятельность и запускать свои стартапы. Биги театральной студии Утандрар, Центр культуры имени Гагарина, ИКТН Джубес Лахтлитурар, Букуньянга Диаре. Олгун ден бүлән әлбәғу ғажырықтанар, сүйістен тақсауға білігін бар бігеға. Арас салаттан ғалжалар, арас ұсқолылардан, Гагаринский округы болбаққа, Центральный райондардан әмей ғажырықтан ғалжалар. Хәтті астырыттан, онығы састырығырдыл ғабілән жырықтан алдар. Олаты бастығы кластын, 11 класс қылы бігі набирайдыр бұд, оғылар бұдын. Сүріне үз арас саланның үйреті бұд. Нұтчылы тұлбастан әттіққа актерское мастерство, сценическая речь, он на сценическое движение демболар. Хазбит дихала ого творческой джогурун олухын ден сайын нарар, оголар арас испектакльлерге кытталар, сэнкаларга, хазбит ди бихеха центр бутыгар болар мпиятияга мекок тёхтик кытталар. Сихили аттаққа актерское мастерство боллағана хазбит ди ого, мен учылтыл баста аттаққа психологический зажим дем бар хазбит ди кихеха, онтугатын сүтерелергер сайын нарагар кемелігер. Актерское мастерство на оголар бәлерін оңюр немаларын хайыннаралар, сэнкаларға кытталар, выступайдылар деп көрдік. Сценическое движение дем болған үксен пластика движение болар барыта. Эт культурата движение сайыннаралар. Тон сценическое речь болғана джон саңатын, чолан қайдақ сыйнағы тұттарын, қаптарын, хөпкі дұрғонлық текстін, репликатын хаңарарын бардығар үйердер. Бігеғі болғана группаның арқысы қалжалылар. Қасеме арас группаларды ақпыт, қырақ оларға орты бөлек, олыған бөлек тебе күрті қастырынан. Ол қаз бидді группы бігеғі неделеға ағаябыты ден икті жырықтанар. Ол үрдінен бағаған алақ болықтырына әбәт дополнительны, индивидуалны занятиялары ұйтабыт беге. Бәбіт театральны студия бұтығар программа алақ бұт, әме хастарынан бөліктерінен арақсы ғалжар.
Международный, всероссийский, республиканский конкурс, конкурс, оригинальный жанр, направление, лауреаты, гран-при, лантурартахпат. Я работаю на раз постановка лантурартахпат. Беги театр будет драматический ребол бакка, и все начало такая экспериментальный болар. А раз формалар баратын боробалан, толорон коровит тебе курту. Беги болан постановкалар быт литература тынл быт конор, либо кепсионер болок тарынсеп, эбетер беги бейбит режиссерской дар, режиссер дар бытын кутурил хэммит авторской постановкалар он коровит тебе курту. Хана жилая декабрька беги абэхэт улахан, а раз клубное формирование оғларын кытарами бирген улахан проектор дахпыт, театрализованные представления дем болар, бо декабрге, январге мен ахачу дугалық кэхтэхтэк, полный зал зрителей хомоян рамыт көрдір бүппіт, новогодние приключения поиска подснежника тэу курдык, букелер андойду жақталарын күнюгер, эме северный сказка мотивынан туророллубу театрализованный концерт болуқтах, марка, ол ген кэхтэхтэк кэлэн көрін сәрген денеме ыңырықпытын бағарабыт, онны боллағана бейт театральный студия бітірі бол бакка, вокалистар быт, хореографтар быт, эмей көхтеоқты күтталылар. Оғы көміскелін күнігер, бес айын бастығы күнігер, беге эмей улахан концерт оңырықтақ быт, онны өксін сүрін аруылары беге қажырықтанар оғылар быт, толар олылар. Бұхатару 27-мова болар ден театра, беге бәбет авторский спектакль бұтын тұрорықтақ быт, онны боллағаны өксін аруылары оңырықтары беге улахан бәлік бұт оғылары, кенлер боллағана классический үксін спектакль болар формада онлық тенаттық қағып. Мен бәйім боллағана 2-ші сөйтбәе сыллаққа Арктический государственный институт культуры и искусства өбдерпедім. СКД-ден социально-культурная деятельность направлениетінен мен специальным постановке продюсированных культурных досуговых программ дем болар. Олады режиссер-постановщик. Беге үйерек бітігер әме инник салалары жинчейін үйерек бүппіт, әпетелі біте көрдік актерское мастерство, сценическое искусство и сценическое движение. Ол хала бұтынан беге білеген тоқпар үйерек біт бәбіт білейлер біден, немалар бұтын, оғылар бұтығар көхтек-көхтек үйерек тәхіл жабыт. Бұ беге білеген коворкин кабинет кәкелен тұрабыт. Манна үскі ұям ғытылар. Основы кройки и шитья, вязание из трикотажной ткани и бумажный боден уяннар. Оно тогда на веселая палитра ден эми уянна на рорытылар. Эти метод тон бо уянна ту сторона. Основы кройки и шитья ден уяна Голдобина Елена Ивановна ден бо культура туйгунун уйретер, салаянытар. Манна олор выкройканы тутарга, арас масынкага истенеллер, уэренеллер. Даже ну, бұрстойтан сағалан бұл маннық промышленный масынкага, кәтірі истенерге уэренеллер. Оннатон бұл сыл бүтігер келер бұл программаны уэретен бітер дақтарына уже білем таңастыры деген тағараллар уже. Оннатон уже көрдірілдер. Оннатон бұл вязание из трикотажной пряжи ден саңас маннық сүйрен бейеха кейбіде бұйыл. Оннатон бұл аны олар бұл арас дияға тұттар.
маллары баян тахараллар. Окуду були ол бохтору, раз корзинкалары баяр гөрінеллер. Ану кулахан күрчөгінен. Ону таханан бо кинни эти хуяны Шишигина Елена, ой, Шишигина Валентина Ивановна итар. Кинни ону таханан те пластилин лок кра оголорганан карачаннарга пластилин лепканы итар сеп. Ону тон карачаннар келеннер бо Илиннен тутан кабан раз оңғықтары тутан кабан оролдор, нахачу көрерге. Так, онна бо Вера Семен, Вера Семенова ден, тух бумажный бум ден уяны итар. Онна олор бо оригамиттан сағалан кивилин, онна бумажный пластиканы бағылылар. Олор нахан тергергелдер. Дегпен бағарабын, тоекна бо квилин да болдун, оригами да болдун, были этергедлы нар бар материалтан оролдар булади. Уны наха чүгө оңуктары оңурун тахараллар. Бу көрөлгү күдүк бу Вера Ксенофонтовна кабинети маннык кергетпите, бу көрөлгү күдүк барас рельефна игин бардын бэйбит кергетебитте күдүксеп. Уны таханан бу Кириллина Анастасия Николаевна ден, веселая палитра ден кургугу итар, уяны, но бы име крачаннарга ананам итарлар уян сеп, но чебу урхуйга амбастыки хардылара келерге болар, онна раз неманны туталлар. Хэп, онык тепы мағарабын. Онтон, на бэм кургугум тухынан кепсер болақпынаттон. Мен буллана бу уже оскула астақ оғылырганан урхуй кургугын итабын. Онны бо основы живописи, графики үйердебін. Мен күрухок бар сүстен таққа қыджар. Барыс менаннан келен үйренелер, материалларын бәлір авалар. Жа онна жа лобағаларын қоту жа арас неманы батын үйердебі деп күддік. Жа графиканы олық қарандағы тұттарғы үйренелер. Но бо қома ек ехін ұсқоларға бо начальный классқа нағалуқандық үйереппеттер. Ол ехін манық меха келелдерге олар кистечканы даже тупаут олар инкелелдер. Жа ол онна жа тұтарғы үйренелдер. Бұны да выставкаларға бұл амастан күйін выставкан ұрабуд. Мамалар портреттерін ұрттығуд. Бұл иелер күндергер ана. Онна олағына сыл бұты хегер бәйтінде мен итоғағай выставкан ұрабуд. Онны үлелерін көрім барандарын хакен тұтталлар. Отын бұл отчетнай выставка ден бұл рухигер болбадақ бұл естерге еген бардығар болар. Ол ехін онлық оғылы сылы бұға білемнен әлдер, долгуялар. Жа онына жа выставка бұл отчетнай тұқпыдығар тәрәхімметігер көқтіақтік тұлар. Иелер, ағалар, әбәйлер, баркелелер, долгуялар, ағай. Жа онына тұн бұл үлебіт түбігі онына көстір. Онына тұн тұқ тепін бағарабын. Оны тағанан бұл центр бұтығар бұл рухығанан үс ұлған конкурсы табыд. Оқыдық зимний узор бұл оныс түгіл юбилейнай болан аста, 205 кітачы кітаттын, арас ұлыстан бардыттан. Білген бұлла бұл космонавтика күнігер 12 апрельге мен болар тұрар, әме оныс түгіл ұйтылар необъятный космостен рухи конкурсы болар тұрар. Демен оны көқтіақты білімнені әджабыт деққа, тон оны бұл бұл ғайынне бұл теген барда білден ұжы білен ұтыру ұйтылыға. Оны тон әмет тон әлбәқ кейкі тачыны күйтебі деққа. Оны тағынан победа глазами детей ден әме бұл сылына ұйтылар, но ағысығын ұйтылар болар бұйыл. Әме жонлар олық көқтіақты кілтталар, но сылына ұйтығымнара ұрғы тағымын үрдән ер күттачылар. Оны тағынан тұғылан әтепін мағарабын тұқтен. Бұл конкурсқа беге маңық арартығы бұд. Бұл дұшығы ден, бұл анал ұжы өрәтті ағылыр, онына осқолы күрхуғын ағылыра, онына коррекционына осқолылар бағылар беге. Олар тұспа күрілдерлер ден. Тұғылы бұн тұяқын бұл республика бір оның арарылыр конкурстен. Бұл күрхуқтар бәйбіт расписания лақ бұд. Бұл көрігі күтік бұл кабинетке үйі болыныр олар. Олығын маңық анал расписания лақтар, оны бұл тұққа, сайыққа, кейрен көріқтерін, бісектерін сөп, ұрттарын бағалақтар. Маңына кемеді қақчақта бақы бағалақ жоны бардыңыз алылар. Оғылыру дегі қөп.
Бары келендер мындык суруттарын заявка берелер через сайт. Оны руководителерге телефонулар, телефоннары бар. Онтон бәм курхок бар боллаган атын расписание туынан атер боллақпына бу сменанан арақсалылар. Дойдихан осколар бір сменанан бияқы бүчугас әркеннер бір сменалы ақтыр. Олген бастықы сменалар, екі сменалар тоспа келен өренелер. Бартын цайка білі тоқ бар информацияны бар дейқы өп. Оны келен сұрттар еқтірін сөп. Мұлыхан жоңға анан бі мастер-класс әрі ұйда бұтсып. Ол мастер-класстар ұйға бір дейті болалар. Бұтын бұл арас бір көрінерттен. Салаятчылар бәйтіна мастер-класс ұйтықтақ бұт. Бұтын төлі бірдәқ мастер-класстар ұйдылалар ұлған жоңғана. Бұны мен бұл намнағы пет колледж бітер бітім. Ол кәнттен бұл сұға пет академияны өрдігі Идебинен учитал, другой учитала бы. Учитель изобразительного искусства и дизайна ди. Он то на школах, он тихо лулям брамом бы культура, как ему. Эми культура, он лелеев дым, он там так как было. Ну, как сюрпи, на юре, мне дико, то есть, когда был ман на мин кругок пар багалах огокелер. Олох были багалах огокарга туспа атын. Әп, ұны тұн білейіне ұлыйта, ұны тағарыйта ұлық жыққатын дегі өп. Онтын бұ өреппі тоғылыр бұнан ға кең тұтта бұн сеп. Тоғы дегіна бе ұжы бұл қасыл тұғыры өренен келбі тоғылыр балылар, 5-6 ғыл өремі тоғылыр балылар. Келер, конечно, ұжы конкурстарға рас, конкурстарға бардығыр күтта бұт дегі өп. Ұны гран-при международный тұққайген ұл бұп бұт әлбәк. Сеті хейлер бұт. Кәпсе әтәқпітін әлбәқті еқін, бұл қағаламын бәйім пастаянық бұл ұлыған бұл тағарғыла қоқылыры мет күтінлер ғаты бұл бағалақ ұрғығы мәлім конкурстарғы күттің бағалақ қоқылыры ме бағалылар. Олыры ме бұл аттағымын дел бұл күтінлер ғаты бұл. Олығын түн бұл ғатырғағыда ме бұл международный конкурсқа стихилер дәқпіт. Лауреаттар бұл 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 тұнна дипломант әме балылар. Компьютерная графика – это область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента как для создания изображений, так и для обработки визуальной информации. Программу мы разрабатывали сами и идем четко по плану от изучения панели инструмента до более сложных стандартов. Такого среднего, средней сложности для того, чтобы дети могли изучать постепенно. Цели программы у нас познакомить слушателей с назначением и возможностями графического редактора Photoshop и научить создавать и редактировать графические объекты с помощью графического редактора того же самого Photoshop. Иген келер сүрін проекту тем боллағана бәйбет центр бұдығығар центр культуры имени Гагарина бігігі бәйбет сериал ұстары ғылжабыд. Оны боллағана кастин аспыттара, оғылар бұд теуі көрттік, оны көртті күтті бұдтара. Ол үрттінен әме бұл көріп бұд район мұдыптан тоқпар күттіқтарын, ұғылықтарын бағарар оғылар еме кәлбеттара. Мілеген сценарий бұд құрылы ғылжар теуі көрттік. Ол еген кәлер үйдерге бастығы екі сериялар бұд тақсықтары дейін алуынден әрін өбет. Оны боллағаны оғылары бұд әме сүріна роллары, роли второго планы, третьего планы әме оңықтақтар, күттіқтақтар.